нашел новые разноцветные пирамиды в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2, 3! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак! Сегодня посмотрим на 2 новые крутейшие пирамиды в Майнкрафте! Здесь у нас пирамида в честь Соника и вот такая розовая пирамида розового радужного друга! Не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда будет новая часть с новыми пирамидами, да, другими персонажами. Короче, друзья, мы начинаем, сегодня посмотрим обе пирамиды, так что досматривайте до конца. А первым мы пойдем к Сонику. Ну что, Соник, дружище, встречай нас, погнали! Так, ребят, где-то здесь должен быть Соник! Так, это же Соник и Икзи! Они поймали Тейлза! Но ну быстро отдавайте мне Тейлза! Ребят, сейчас мы его спасем! Тейлз, дружище, я вытащу тебя отсюда! Помоги мне! Да-да-да, сейчас! Так, сейчас мы справимся с этими Сониками и Икзи! Так, ты что там, на своей ловушке попался? А, он выбежал, ребят, он за мной бежит! Так, давайте, найс, отлично! И ты тоже, давай! Получай, найс, ребяточки. А что это у нас тут такое? Опа-на, это кажется еще не все. Ладно, туда мы пойдем сходим. Двери закрываются обратно. Только сперва нужно спасти Тейлза, друзья, конечно же, это наш друг. Тейлз, пойдешь со мной? Да, погнали! Все, пошли быстрее. Лучше тебе, конечно, в ту сторону не идти, там у нас много монстров, так что, наверное, убегай через портал, сматывайся отсюда. Кстати, ты не знаешь, где Соник? Я вообще-то ради него сюда пришел. Да, они поймали его в ловушку в другом отделении. Дальше, вон там? Окей, ладно, я его найду. Спасибо тебе, Тейлз, большое. Все, ребята, отправляемся дальше. Берем пулеметы и идем. Тебя я не видел. Обалдеть, это ужасная уточка. А, дверь закрылась, как я вернусь обратно. Так, ладно. Сейчас попытаемся. Ой-ой-ой, Килли-Вилли меня спалил. Там еще и Бокси-Бу. Здорово, Килли-Виллич. Привет, я пришел с тобой сразиться. Сейчас мы вас всех замутузим и спасем доброго Соника. Получай. Так, ух ты, у вас тут ловушки с шипами. Здорово, уточка. Так, короче, сейчас мы, ребят, найдем Соника. Так, подождите, вот здесь что-то похожее на тюрьму. Может быть, Соник здесь? Соник! Ребята, они поймали его туда. Но как я потом оттуда выберусь? Это какой-то колодец! А, нет! Уточка меня заметила. Ребята, убегаем, убегаем. Мутузим уточку. Так, вот так вот тебе, вот так. Получай. Так, возьму пулемет, короче. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай. Найс, ребяточки, с уточкой справились. Там еще и Бен говорящий. На самом верху, говорящий Бен Икзи. Так, что это за сундук? О, это то, что мне нужно, друзья. Это то, что мне нужно. Смотрите, мы можем спуститься сюда вниз. Эмироуз! Так, ай, я упал в колодец к ней. Эмироуз, привет. А, привет, спаси меня. Да, конечно, сейчас я тебя вытащу. Так, берем, ребята, Эмироуз. Берем с собой и теперь с помощью Эндерперла как-нибудь вылезаем. Так, я надеюсь, я не улечу куда-нибудь далеко. Где я? А, во, отлично. Ах, больно было спускаться-то. Так, хорошо. Эмироуз мы спасли. Осталось спасти Соника. Давайте сейчас залезем вот сюда. Так, можно... А, тут лестница была подняться. Соник, здорово. Привет. Здорово. Давайте попробуем просто по лестнице подняться. Ну или эндерперлик вот так вот, бэм, все отлично, мы выбираемся. Соника тоже спасли, мы большие молодцы с вами. Крутые штуки, слушайте, я их оставлю себе. Пойдемте дальше сражаться, здесь еще и Бен и Кзи. Соника, главное, мы нашли, это уже очень круто. Я думаю, что мы еще и к розовому радужному другу тоже пойдем. Так, я нашел какую-то штуку, это рычаг. Рычаг, не знаю, понадобится он мне или нет, но... Пойдемте смотреть дальше. Ладно, ребяточки, я пойду в ту сторону. Так, чуть в ловушку не упал. Эй, Бокси-Бо, привет! Ну-ка. Ой, блин, я его перекинул. Я хотел, чтобы он упал в ловушку. Так, отлично! Сам попался в свою ловушку. Ну ты дурак. Все отлично, мы с ним справились, друзья. Мы молодцы. Здесь у них костерочек горит. Find the lever. А, я нашел рычаг, все, я его нашел. И я передумал туда идти. Вы посмотрите, вы видели, что там?
Вы просто посмотрите, гигантский миньон-качок. Давайте закроемся, чтобы они не напали на Соника. Так, здоровенько, ребяточки, у меня очень мало патронов на пушечках, мне бы надо перезарядиться. И идти вас атаковать! Ба-ба-ба-ба! Давайте, зобики! Ой, они меня заметили, они идут ко мне! Быстрей, быстрей! Мечом, мечом деремся! Так, отлично, первого, второго, давай, давай, деремся, найс! Фух, этот гигант нас не видит, там еще какие-то монстры рогатые наверху стоят, ждут нас. Ну ничего, сейчас мы сперва с вот этими справимся. Так, получи, ты тоже. Мне бы, знаете, пулемет перезарядить, тогда было бы вообще шикарно. Так, давай, 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 сейчас я вас с пулеметика. Так, отлично, и тебя тоже, давай, быстрее, 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 быстрее. Прячемся, перезаряжаемся, давайте присядем здесь. Все, я лег, ребята. Я присел, все, отлично. Можем нападать. Па! Давай, с пулемета у меня точно патронов хватит, и он довольно мощный, чтобы всех их победить. Все, крутяк, друзья. Здесь у нас лестница наверх. Эй, ты, зубастый, давайте его тоже победим. Отлично. И тебя тоже. Па-па-па-пам. Быстрее берем пулемет, быстрее, быстрее. Па-па-па-пам. Ху, портал, друзья, погнали. Так, ребяточки, возвращаемся обратно. Ху, было прикольно, было довольно-таки интересно. Ну, а следующий на очереди будет розовый радужный друг. Побежали! Так, и... Опа-на, Леди Баг! А где у нас это розовое? Так, ну радужные друзья здесь есть. Это уже хорошо, то есть я хотя бы попал в нужное место. Так, давай-ка ты туда пойди. Привет, Леди Баг, я тебя спасу! О, привет, освободи меня! Да, быстрее, быстрее, давай, сматываемся отсюда. Давай, давай, Леди Баг, можешь убегать в портал или пойти со мной сражаться с этими монстрами. Пошли лучше со мной, поможешь мне. Так, давай, давай, скидываем их, скидываем. Леди Баг, пошли, пам, пам, получи фиолетовый. Желтые радужные друзья здесь, я так понимаю, все будут. Так, ай-яй-яй-яй-яй, они со всех сторон меня хотят скушать. Быстрей, они меня скушают сейчас. Давай, 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 да как в вас попасть-то? Вы такие страшилины маленькие. Так, отлично, давай, давай, да. Как же сложно с вами сражаться. Фух, я их победил, Леди Баг, это было сложно. Все, идем дальше. Здесь у нас коричневые радужные друзья. Ну, вы легчайшие, я с вами справлюсь, наверное. С вами я уже не первый раз дерусь, я уже вас видел. Там что-то есть в их бассейне. Сейчас посмотрим, ребят, что они там спрятали от меня. Так, какие прикольные диванчики, я могу на них сесть. О, Леди Баг, садись, поболтаем. Поговорим по душам. Так, здесь какой-то сундук, ребят. Бур. Я нашел, ребята, бур, смотри. Пойдем, я не буду его использовать просто так. Мы его оставим вот на вот эту, наверное, розовую штуку. Там что-то прячется. Пошли, Леди Баг. Ух ты, оранжевая ящерица. А вон и сам розовый, друзья, ради него мы сюда пришли. Сынули енотик? Сына, так, быстро, быстро идем к нему. Пошлите, ба-ба-ба-бам. Сына, они поймали сына. Сейчас мы к нему придем, Леди Баг, пойдем. От тебя, конечно, толку, да, маловато. Не помогаешь мне. Ну ладно, главное, помогай, наблюдай, я сам справлюсь. О-о-о-о! Гигантский фиолетовый! Это вы его спрятали? Даже синий вот этот большой, но фиолетовый намного больше него. Так, ладно, давайте сломаем здесь. Ой, я что-то не то сделал. Ох, смотрите, какая мощь! Я могу теперь зайти внутрь и убедиться. О, он огромный, он напал на меня. Так, давай, Леди Баг, берем пулемет, идем его мутузить. Пам, получай, гигантский фиолетовый монстр. Ух, я еле как справился, это было довольно сложно. Так, пойдем, Леди Баг, нам нужно еще вот с этим розовым справиться и пойти спасать моего сынуля енотика. Сына, о, алмазики, сейчас, сына, я приду, только алмазики заберу. Это очень хорошо. Сына, я иду к тебе. Я сейчас синего поборю. Тр-да-да-да-да-да-да. Отлично. Все. Радужных друзей мы победили. Сынуля, привет. Привет, папуль. Слушай, я тут этого сделал ферму морковки. Ты не поможешь собрать? Ой, ну конечно, давай, ладно, помогу. Я, конечно, немножко занят. Я тут вообще-то вас спасаю. Ну ладно. Всю морковку поможем моему сынуле собрать. Так, все. Отлично, все, вся морковка, урожай 53 штуки, вот, ребят, всю морковку мы собрали, сынуля, держи. Нет, спасибо! Все, Леди Баг, погнали со мной в портал, ребяточки, побежали! Так, ребята, все, это было довольно круто, я надеюсь, это видео с пирамидами вам понравилось, если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Зомбак,
смотреть другие мои ролики. Всем пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!